Асия, зачем госпожа Гунуль вызвала Куркута? Откуда мне знать? Кажется, тот мужчина детектив, он и мне задавал вопросы. Ты ему рассказала? А что я знаю? Спросил насчет одного диска. Я его взяла из почтового ящика. Он был подписан на имя Толги, я отдала его Толге. Сказала, что не знаю, кто прислал. А еще сказала, что видела Куркута у ворот. Потом они позвонили Куркуту. Мне совсем не нравится, что он все время крутится вокруг нас, Асие. А, добро пожаловать, Куркут. Проходи. Куркут, ты уже приехал? Садись. Садись сюда. Итак, я вас слушаю. Что за важный разговор? Куркут, я хочу спросить. Только, пожалуйста, хорошенько подумай, прежде чем ответить. Как-то раз Толге прислали конверт, где был этот злополучный диск. Ты помнишь? Да, диск, который стал причиной автокатастрофы. Да. Теперь выяснилось, что в тот момент ты тоже был здесь. Асия сказала, что видела тебя у ворот, когда забирала почту. Госпожа Гунуль, я не понимаю, к чему вы клоните. Всего один прямой вопрос. Ты тогда не заметил ничего странного? Не помню. Это очень важно для меня, Куркут. Прошу тебя, если что-нибудь вспомнишь. Хорошо, если вспомню, позвоню. Поговорить надо. Теперь ты взял привычку подслушивать чужие разговоры? Чего тебе? Ты должен сказать мне, где Джейлан. Чего ты взял, что я скажу тебе? Вот как? Хорошо. Тогда я сейчас вернусь и выложу все как есть. Расскажу матери. Расскажи. Мне это надоело. Значит, пришло время госпоже Гунуль узнать правду. Почему ты не веришь мне? А чему верить? Ты не веришь в мои чувства к твоей дочке. Не веришь. Ты не знаешь, от чего я отказался ради нее. Как ты думаешь, почему я все еще не раскрыл эту тайну? Чтобы не огорчать Джейлан. Я не хочу, чтобы она узнала, какой у нее жестокий отец. Поэтому я молчу. Ради нее я отказался от матери. Скажи мне, где Джейлан? Дай мне возможность поговорить с ней хоть раз. Пусть она меня выслушает. Если прогонит меня, я уйду из вашей жизни. Так же быстро, как и появился. Я не хочу обижать ее. Я люблю Джейлан. Прошу тебя, если ты веришь хоть одному моему слову, скажи мне, где Джейлан? Вы украли мою жизнь. Теперь, пожалуйста, не крадите мою любовь к Джейлан.